Какими руками коллежка сработала? Это пенальти, судья! Подожди, Серега. Забей, Виталий! 7-3! Хорош, Виталий! Ничего, ничего! Назад, лево! Лево! Стану, лево! Гуляй! Стоём, стоём! Да! Виталий, да! Что за ворота, Николай? А мы честны! Мы честны, мы не будем ставить пенальти! Вообще-то сегодня выходной, но ребятам в отеле не сидится, и они выбрались поиграть. Вот как раз такие игры, где минимум тактики и минимум схем, шутливые, лучше всего характеризуют атмосферу в команде. Команды поделились на две. Команда Рыжикова против команды Рязанцева. И команда Рыжикова, кажется, только что победила со счетом 7-3. What you gonna do when they come for you?